Что, ребята, всем здорово, добро пожаловать на новую серию прохождения Black Mesa. Сегодня у нас уничтожение Гаргантюи, да? Потом катание на Тарантайке какой-то непонятной, непонятных местах. По рельсам, так сказать. Запуск ракеты и уничтожение всего мира на хай. Ой-ой-ой-ой-ой, чего вас так много-то, ёпта. Какой кошмар. Вот это жесть. Так, перезарядимся пока. Так, надо сейчас набраться, короче, побольше хпшек. Да, так сказать. Потому что там Гаргантюа, вонючая, это прям жесть, как она есть, чуваки. Сейчас с ним будет очень нелегко. Э, боец! Боец, уйди оттуда, нет! Чувак! О боже, мразь какая, ужас. Hello, hello. Ну чё, чё будем делать? Чувак, ты лучше бы присел бы, а? Ей-богу. Э, кусок говна! Security door. Блин, мужик, ты может отойдешь как-нибудь немножко? Капец ты, конечно, вообще. Хуя! Он мне жопу поджег! О боже. Чё-то, ребята, все пошло не так. Все пошло не так, надо все переделывать. Надо, короче, как-нибудь его отвлечь, да, дайте гранатку там кинем. Не знаю, дайте гранатку туда кинем. Дай, беги на гранатку. Фас! Фас! Сволочь вонючая. Может, по стелсу как-нибудь попробовать, а? Ой! Я хотел, короче, на нее запрыгнуть, так поверх пройти, и все. И все. Все. Но это нечестно, он меня сразу замечает. Это нечестно, нечестно. Пидорас, иди в жопу! Ёб твою мать, какой кошмар. Всю жопу мне спалил, а? Ну, ну и тварь. Блядь, да ты че, рофлишь что ли? Блядь. Горячо. Все, наконец-то. О боже, все, умри, мудак. Просто умри, умри, блядь, умри. Все. Испепелили его. Кусочки. Хе-хе. Сосай, лальк. Хи. Да. Это, конечно, было, чуваки, нелегко, но мы справились с ним. Да уж. Да, это жестко. Причем очень. Блин, надеюсь, здесь хотя бы какие-нибудь аптечки валяются, а то прям что-то совсем все у меня плохо в этом плане с хпшечками. Да. Что-то как-то криво подключилось, но снова оно все работает. Ну это, конечно, жесть. Причем от него хрен убежишь, на самом деле. Он тебя в любом случае продамажит. Потому что очень быстрый, скотина такая. О, кстати, здесь вообще... А, нет, стоп, я здесь был, по-моему, не? Или не был? По-моему, все-таки не был. Или был, или был, или не был.
Ладно, короче, прошныряемся, пока здесь посмотрим, что у нас тут есть вообще. И бальма отсюда нафиг. Let's go! Интересно, а эту можно загнать, да? Он вообще ездит? Нет? Нет, не ездит. Работает, походу, только это. Let's go, guys! Наше путешествие начинается. Кстати, тут оказывается это глава по рельсам очень урезанная. Полную версию скачивать не стал. Ну, которая идет в виде мода. Я просто потом отдельную сниму, да? Так, 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 так. Звука нету. Подожди секунду. Один из твоих коллег просил передать сообщение. Ты должен добраться по старой железной дороге до какой-то там ракеты со спутником или что-то в таком роде. Я точно не знаю, где это. Старика так заботил о спасении своей шкуры, что он даже не подумал остановиться и объяснить мне. Так или иначе, главное, военные отменили запуск, поэтому, когда найдешь ракету... Нажми на кнопку. Если ты найдешь ракету, придется добраться до комнаты управления и запустить ее самому. Он сказал еще что-то о группе Лямбда, которой нужен спутник на орбите для наведения здесь порядка. А теперь иди. Я останусь здесь и помогу выжившим. Чувак, ты бы бежал отсюда, ей-богу. Вояки к тебе нагрянут и все, считай. Короче, чуваки, потом отдельно этот мод сниму, да? Типа который, ну, типа полная версия, так сказать. Не урезан. Так что как-то так. Так, ну все, по идее. О, один из любимых саундов. Такой душевный прям. На рельс. Так, а здесь нас током бьет, да? Рельсы. Здесь, кстати, тоже током не бьются, заметьте. Кто там говорил, то, что они под напряжением, и поэтому не бьют. Так, ну все, по идее. Поехали, чуваки. В путь. В путь, ребята. Так, нам по этим штукам тоже надо стрелять? А, нет, подождите, это не то. Это не те штуки. Все, let's go. Осторожненько, осторожненько. Стоп, 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 стоп. Назад, назад, назад. Есть что-нибудь интересное? Короче, надо еще прочекать то, что в воде находится, потому что я помню, в первой части здесь в воде ты ничок находил. А, ну вот, в принципе, он, да. В принципе, вот он, ребята. Ой, ну и темень, а, вообще жуть. Еще не видно. Такая одинокая батарейка валяется прям. Так и говорит, заберите меня. Кто-нибудь с хэв-костюмом. Или хоть с каким-нибудь костюмом. Так, что у нас тут перезаряжено все? Тихо, 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 тихо. Они над нами, что ли? А, точно. Зараза такая. Закрыто все. Так, окей.
Я вот, кстати, не знаю, по какой здесь вот системе, так сказать, все это работает. Вот эта вот смена сторон, короче. Ну, смена путей, да? В первую часть там были такие штучки, по которым надо было стрелять. А как здесь все это сделано? Пока непонятно. Ладно, в любом случае, подождите. А, все, я понял. Пока едем, короче говоря, дальше. Если что, потом назад вернемся. Опа. Опа. Твою мать, а? Твою мать. Все, готов. Вас снова обоссали какой-то фигни. Ой, блин. Короче, вас снова обоссали, так. Ага, все понятно. Пойдемте чекать, смотреть, что у нас здесь. Приготовимся. Опа. Испугался аж бедненький. Бля, все разлетелось, наверное. А здесь не было ничего. Обломись, ребята. Ядритька, конечно, свет в глаза бьет. Вообще обалденно. Круто сделано. А, помню это место, помню. Все, сломали вентилятор, да? Обалдеть. Нет, нифига, работает. Или нет, не работает. Нет, подождите. Нет, вот так крутится медленно. Да ёб твою мать! Блять. Говно всякое прыгает. О, отлично. Привет, чувак. Пицца. Алло, о, написано пицца ош, короче, видите, да? Это, наверное, отсылка к порту, короче, к порталу. С этим его девизом, тот торт, это ош. Там, типа, в конце такая какая-то шняга была. Не помню, уже давно проходил. Там что-то Гладос или как там... Ну да, Гладос, по-моему, показывает нам такой тортик и говорит, в конце вы получите тортик. А в конце мы получили только смерть, блядь, в виде огненной ямы. Получили бы, вернее, если бы не выбрались оттуда. Так что, походу, это отсылочка. Пицца ош, как и торт. Как и все. Ага. Ладно, давайте для начала хотя бы подъедем до конца уж. Поехали. Все, приехали. Так, ну, поехали чё. Короче, как я понимаю, нужно найти... Ага, подождите, тут даже искать не надо, вот он. Да, вот он в воде валяется. Интересно, а ничего то, что он вообще мокрый? Никакого там короткого замыкания не может быть? Вот еще подрубишься, нахер сгорит, и все еще гейм овер. Дальше ты вообще никак не пройдешь. Что тут у нас? Стаканчик, какая-то еще шляпа. Писунина, писунина, писуни. Так, подрубаем. Подрубаем. Ну все по идее, да? От дерьмо. Давай. Ну, прыжок. Красиво. Красиво, блин. Все, ребята, валим отсюда нафиг. Вперед. А, ну нужно еще походу эту дверь открыть. А вот это, кстати, хз как делается, наверное, через эту кабинку как-то. Какая-то кнопочка вроде. Блять! Сука! Мудак! Очень вовремя. Внимание, внимание. Готов. Все. Поехали.
Сейчас, по идее, наш путь заканчивается на рельсах, и мы сейчас, собственно, дойдем уже до самой ракеты. По идее, должен дойти. Если не ошибаюсь, конечно. Здесь же, типа, все урезано. Так что, по идее, как конец считается. Вот этой главы, да? Короче, по лестнице, чуваки, пойдем, потому что у нас там сейчас солдафоны будут. Нам это вообще не надо, абсолютно. Так что быстро, 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 быстро. Быстро. Чекаем все, что у нас тут есть. Берем все, что можно. Внимание. Опа, это что такое? Я понял. Блин, ну там, конечно, не пройдешь. В любом случае, там придется... Стоп, 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 стоп. Может как-то перепрыгнуть? Можно, нет? Она прозрачная. Опа! Нормально, нормалек. Так, окей. Я даже не знаю, с чего начать, на самом деле. Раз турель, два турель, три турель. Вообще упала, четвертая вон там. Давайте сделаем тогда вот так. Так вот, оп, оп. Бля. Окей. Попытка номер два. Давайте вот так вот. Все, нормально. Всех? Почти всех. Нет, подождите. Какая-то еще турелька осталась, по-моему. А, все. Просто я помню то, что вот эти вот, короче, лазеры, типа, должны вырубаться под конец. Когда все турели уничтожаешь, значит, они не врубаются. Ну ладно, в принципе, насрать. Ой. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. А-а-а! Стоять, 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 чувак, подожди. Какой ты, блядь, меткий-то, а? Господи, какой кошмар. О, понятно. Вот это, чуваки, жесть. Ты чё ж так летаешь-то? О, чё это такое? Остановился, сам по себе причем остановился. Вон там, по идее, сейчас должен второй вагончик стартануть. Если я, конечно, не ошибаюсь. С солдатом на борту так... А, нет, стоп, это не то место. Этого места здесь, скорее всего, вообще нету. Входим. Все нормально. Ага, вон она. Пиу, прям в башку ему. Подствольная греночка, а? Сдохни, Фриман. Ты чё, вы крови своих врагов написали? Или чем это вообще написали-то? Да, крови чейт. Надеюсь, хоть не своей. Хоть этого чувака, который там рядом валяется. Но у нас здесь нету ничего, да? Получается. Так. А, нет, стоп, 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 стоп. Есть, есть, есть. Какие-то двери. Блин, здесь все равно ничего нету. Обломись. Обломись-то, чуваки. Ну что, сектор что застрял? Бедняжка. Так, ну все, по идее. О, там война, ребята. Вот дерьмо. Что я сделал? Блять, 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 возьми бомбу. Возьми бомбу. Блять, ты что, ты что, идиот? Возьми бомбу. Какой кошмар. Не хватает игровой пушки, конечно, в таких моментах. Которых здесь, к сожалению, нету, блин. Да, беда.
Так, вот здесь у нас, по идее, должен быть тайничок под лестницей. А, нет, стоп, это не здесь. Какой лестница, может, ты мой? У нас пусто. Подожди, подожди, подожди. Сбочь! Все, готов. Минус один. А мне привет. Стало одиноко. Кажется, солдаты собираются устроить тебе вечеринку. Лучше оставь все дела на потом. Боженьки ты мой. Чувак, дай мне аптечку, пожалуйста. Ждем вас. Ладно, поехали. Конечно, было бы намного лучше, если бы он был бы доком, да? Но, к сожалению. Увы. Увы и ах. Ну вот здесь должна быть и аптечка где-нибудь. А, вон, смотрите. Нифига себе палец вообще. Здесь, оказывается, еще двери можно открывать. Обалдеть. Если бы батарея не светилась, я бы об этом даже не узнал, кстати. О, чипсы. Или что-то такое. Да, чипсы. Блин, тут даже холодильник открывается, а? Обалдеть. Вот это да! Это что-то новенькое, ребята. Так, вот здесь, в первой части, у нас был тайник. Но здесь... Но здесь его, к сожалению, нету. Там просто такой прикол был, да? То, что там такой потолок, типа... И оттуда, короче, хиткрабы вываливались. И там можно было на этот потолок забраться, типа. Ну да, да. И там, короче, батареи валялись. И что-то еще кольцо валялось. Не помню, что именно. Ну вот, как-то так. Извини, док. Хочешь выпить? Оп-оп-оп-оп-оп. Чувак. Тебе нужен медик, чувак. О, гранаточка. Вообще никого не вижу абсолютно. О. Лямбдочка, ёпты. Так, батарея у нас здесь случайно не валяется, а? Ага, найс. А это что такое? А, это пассивная граната, нормально, нормально. Так, ну здесь у нас может быть даже что-нибудь. Ага, все отлично. Тихо. Все, моему союзнику точно конец. Это стопроцентно. А, нет, смотрите. Тоже бегает облеванный. Облеванный, но бегает, это же самое главное, да? Сука, зарядники все пустые, а? Уже второй зарядник пустой. Как так? Меня кто-то опередил. Какая-то зараза. Нехорошо, нехорошо. Так, перезаряжаемся. Сверху? Где? Никого не вижу. Пока... Что происходит? А, вон он, ни хрена себе. Чё-то я не понял, а вы откуда вообще идете хоть? А, тут же пулемет стоит. Ни хрена себе там мясцо, а, чувак, смотри. Мщи. Упс, прости. Упс. Бывает, бывает. Поехали, все. Так, короче, надо чекать верхушку. Ой, 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 ой. Куда бежишь? Обнаружена потеря крови. Угу. Автоматическая медицинская. Вот интересно, если взять чувака сюда, заманить охранника и опустить эти платформы. Бля, зараза, он там остался. Не, кстати, в натуре интересно, вот, допустим, бежит этот чувак, да? Нажимаешь так на кнопочку. Вот что с ним происходит, он просто падает и все? Ну, типа сразу дохнет и падает и все. Ничего такого. Попробовать эту шнягу в бою, так сказать. Вижу противника. Кнопка нужна, кнопка. Пойдем ко мне, чувак, пойдем ко мне. Иди сюда.
Песик, песик. Обнаружена потеря. Хакусик, хакусик, иди сюда, чувак. Да блять, какой же ты тупой. Давай, 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 давай. Он уже все? Нет? Чувак? Чувак, ты где? Чувак, ты куда делся? Пиздец. Ложись, граната! Ой, а, порядок, порядок. Да пойдем ко мне, хочу эту штуку испытать. Ты че какой? Сволочь. Зараза вонючая, а? Блять, он сейчас себя подорвет, ей-богу. Да. Солдат недалекого ума, так скажем. Очень недалекого. Внимание, есть кто-нибудь? Так, кнопочка у нас находится здесь, да? Ага, все. Ой! Тише, 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 тише. Больно, больно, как мне больно. А, я понял, что надо сделать. Так, бежим обратно и нажимаем на все кнопочки. Так. Самое первое, самое нижнее, это у нас вот это. Вот эту. Потом у нас идет вон та кнопочка. Так, подождите. Все. Поехали. Запуск. Давай, поднимайся быстрее. Надо идти в бункер, запускать тебя, на кнопки нажимать красные. Ядерные войны устраивать, мать ваша. Красотень-то какая. Так, окей, вперед. Внимание, какой-то мудила запустил. Ой, господи, поднял ракету. Мудила должен быть уничтожен. Займитесь, пожалуйста, этим. Так, справа, 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 чуваки. И чисто. А, это та сам. Нет, это не та сам дорога, опять ошибся. Заряжаемся. Сидим, ребята, заряжаемся. Давай, 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 нитро врубай. Так, в жопу, я не рискну. Пойду лучше здесь. Так, чисто. А! Чисто, чисто. Все, отлично. Опа! О! Шля! Ча! Это как на Диком Западе, только на Диком... в Дикой Бухмезе. Ой, мать твою. Суки, вы мне его сломали. Надеюсь, он хотя бы не взорвется, а? Не, ну граната, конечно, без ускорения вообще понту нет кидать. Просто никакого. Это неинтересно, чуваки. Они уехали, наверное, да? Туда вообще никак не попасть. Скорее всего. Обида. Да что ж вам надо от меня, а? Зверя. Ужас какой. О-о-о.
Все, чувак, давай на тот свет. Мазафака бич. Так, еще один бежит. Хуя! Блять! Промахнулся. Это было, конечно, бы эпично, если бы я не промахнулся. Да. О, кстати. Смотрите, какой-то новый вид аптечки. Да что ж такое? Я что-нибудь засейвился, что ли, опять? Ну я, блядь, молодец, чё. Все, на F5 нажмем раз 10, чтоб наверняка. Короче, смотрите, какой-то новый вид аптечки. Типа более приближенные, так сказать, к стандартному. Или это обычная аптечка, я не знаю. Такая же просто как-то с две стороны падает, не знаю. Короче, аптечка какая-то белая. Такая прям вся. Хотя остальные такие, знаете, более черные. Были, так сказать. Сейчас найдем, сравним. Будем обзор дизайна делать. Дизайн-озор. Какая печка лучше по дизайну? Что тут у нас? Опа, мина. Хотя мне, по идее, нахер не нужно все равно. Кто же этот парень, Фриман? Да хуй какой-то, не обращай внимания. О. Да. Дерьмо. О, смотрите, видите, она такая более черненькая. Она такая более смугленькая. Твою мать. О, спасибо за аптечку, чувак. Благодарствую. Подожди. Да, иди в жопу, блин. Как вас много-то, суки, а? О! Блин, я опять не засейвился. Ну и черт с ним, ладно. Так, сюда можно зайти, не? Твою мать, все, я в ловушке. Они даже не долетают. Кошмар какой, чуваки. Пофиксите гранаты. Минус. Даже две аптечки выбыли, нифига себе, чувак. Это у нас самая щедрость прям. Давай. Так, этот готов. Блин, а с револьвером тут стоит, что ли, не понимаю, или с чем? Там прям кто-то с таким звуком стреляет. Прям явно похоже на револьвера. На револьвер, вернее, еще сказал. Да твою мать. Бля, дробаш такой, не знаю. Что это такое? Внимание, блядь. Это спецназ, сука, всем руки за спину, блядь. Не убивайте меня. Я добрый. Суки. Ну, наконец-то сложный момент какой-то попался, а? Пошел вон отсюда, сука. Давай. Так, все, все? По-любому все. Нет, все. Все. Всю мать его роту положили, весь взвод. Просто как сынков. Хо-хо-хо. Нормально, ты нищак. Так, ну чё, ребята, я думаю, запустим сейчас ракету и закончим, наверное, да, на этом моменте, так сказать. Так сказать. Все, ничего нету. Стопы. Поехали. Тихо,
по стелсу. А, здесь не получится. Сорян, здесь телкушка, сволочь, а. Сука, здесь телкушка, не получится по стелсу пройти. Ну и пошли. Жопа, блядь, сука, умри. Так. Что тут у нас показывают? Ничего хорошего. Ну чё, чуваки, полюбуемся запуском ракеты. Давай, 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 глотай быстрее, что ты там делаешь? Всасывай, всасывай эту энергию быстрее. У нас считанные секунды, чувак, все. Как истинный какой-нибудь президент, нажимаю на красную кнопку и начинаю ядерную войну. Все. Апокалипсис. Муха-ха-ха-ха-ха. Ну что там скоро? Блять, еще ждать, блять. Ну что, чуваки? Спутник. Поехали. Фу, как красиво-то все, ёб твою мать, обалдеть. Прям тени такие, прям пиздатые. Красота. Сейчас такой взорвется в воздухе, такой, мать твою, вонючий Роскосмос, тьфу, черт. Опять все пошло не так, как надо. Так, ну все, чуваки, наш спутник улетел. Все, да, улетел. Давайте сейчас выйдем на улицу и, пожалуй, закончим. Закончим. Так, на меня кто-нибудь нападет, кстати, интересно. Не, вот на вот этом запуске, конечно, тени прям динамические, прям во всей красе вообще показали себя. Очень круто выглядит, конечно, очень круто. Кстати, у нас здесь снайпер должен быть в оригинале Халве или не здесь? Нет, все-таки здесь. Да, здесь должен быть. Вопрос. Не сидит ли эта тварь здесь опять, а? Тихаря, я не знаю. Теперь под давлением. Нифига себе, какое здесь место. Красота. Ладно, чуваки, давайте все на этом моменте закончим. Еще всем пока, удачи. Оценим типа прохождение. Обязательно что-нибудь пишите в комментарии. Этим самым вы продвигаете свое видео в топ. Так что, чуваки, не ленитесь, ставьте там какую-нибудь оценочку, там лайкосики. Пишите что-нибудь, вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать стримы и так далее. И другие важные новости, так сказать. Ну, все, чуваки, давайте увидимся. Пока-пока.